здравствуйте, мои дорогие подписчики, с вами снова Евгений. Вот, сегодня в рамках альбома «Очумелые ручки» мы протестируем вот такую вот штуку, электрическая разжигалка для углей для кальяна. Вот, и сейчас мы перейдем, ее соберем и все сделаем. Приступим к распаковке. Вот такая вот у нас разогревалка электрическая для углей. Сейчас мы ее попробуем собрать и посмотрим, как она справляется с углями для кальяна. Вот, чтобы не тратить там газ, дрова, все дела. Значит, что у нас в коробочке присутствует? Стоит данная штука 1250 рублей. Так, присутствует у нас вот такая вот разогревалочка. К ней идет ручечка, сейчас мы ее прикрутим. Здесь у нас есть сеточка. Внутренняя сеточка, и там стоят, ну, спиральки, как, наверное, на плитке электрической. Сейчас мы попробуем разжечь угли. В данный момент пойду за отверткой, прикручу ручку. Мы прикрутили ручку. Но ручка хлипенькая. Поэтому, скорее всего, придется, наверное, шайбу вот здесь вот класть. Большую круглую через шайбу. Вот. Но инструкции у нас нет. Все, что мы можем прочитать, это то, что у нас... Так, то есть как бы 5 минут на разогрев, мощность ее, значит, 230, 50, 60 герц, 450 ватт. Ну, должно быть в течение 5 минут типа разогреться. Ну, китайская ерунда, других инструкций нет. Итак, значит, что мы делаем? Закладываем уголек. Попробую положить 3. 3. Положили. Удлинитель вставляем в розетку. Так, закрываю крышечкой и нажимаем пуск. Если не взорвется, то все будет у нас нормально. Амадор. О, замигало что-то тут. Странно. В телефоне мигает, а так горит. Ну и засекаем время. Должны они там раскалиться, я так понял. Сейчас мы снимем тены. Но пока все холодное. Подождем. На, пошел дымок. Такая вот штука. А то мы все раньше по газам, по дровами. А вот скоро зима, решили попробовать. Так, поставилось, разогреется, все быстро и качественно, почему бы нет. Уже дымит. Есть запах. Ну, как бы, наверное, обгорает смазка какая-то, то есть как бы. Ну, подождем. Дымок идет, но пока там еще у нас ничего не раскалилось. На коробке показано прям в огонь. Ну так, дымить вроде перестает потихонечку, идет такой, как будто пар костра. Попробую заглянуть. Она уже нагрелась, кстати. Вон, видите, тена уже разогрелась до красна. Уже горячо. Горячо. Тена красная, сейчас посмотрим. У нас прошло 5 минут, как говорится. Надо открыть крышку. Ее уже руками взять нельзя. Берем щипчики вот эти вот, которые к кальяну идут в наборе. Так, убираем. Смотрите, угли у нас разошлись. И как по инструкции здесь написано, перевернуть на другую сторону и дать еще 3 минуты. Ну, я вам скажу, что это имеет место быть. И угли действительно разожглись. Закрываем их еще на 3 минутки. На 3 минутки закрываем. Они достаточно сильно уже разогрелись. Вот, накрываем снова крышечкой. И ждем еще 3 минуты и попробуем раскурить кальян. И вот у нас прошло, значит, 3 минуты с другой стороны. Снимаем крышечку. Я принес вот такую подставочку из камушка. Смотрите, какие у нас прекрасные угли. Держи, извлекай.
То есть данная штука имеет место быть. Угли у нас, вот видите, в кальяне. И сейчас мы попробуем их раскурить. Ну, давай, пытайся. Итак, данное устройство имеет место быть. Разогревает угли быстро. В принципе, как написано, за 8 минут. И все прекрасно идет. Поэтому рекомендую. Вот, для очумелых ручек очень прикольно. Подписывайтесь на канал. С вами был Евгений. До новых встреч.